Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров с рабочим визитом посетил жилой комплекс «Резиденция Май», расположенный недалеко от музея-заповедника «Горки Ленинские». Такие поездки традиционно входят в рабочий график главы муниципалитета. В обходе территории микрорайона Станислава Катарова сопровождали представители застройщика и управляющей компании. Они рассказали о планах по дальнейшей застройке микрорайона и благоустройстве прилегающих площадей. Также глава округа пообщался с местными жителями. Цель подобных визитов – лично оценить состояние тех или иных территорий Ленинского городского округа, узнать о вопросах, которые волнуют людей, и помочь в их скорейшем решении.